Близятся праздники, эта атмосфера праздничная чувствуется повсюду. Именно поэтому к нам в студию приходят люди, которые очень хотят поздравить вас с наступающим Новым годом, Рождеством. У нас сегодня в гостях Валентина Нежил, которая исполнит композицию декоративной мальбине Акаса. Музыка Мариан Стырча, текст Радмила Попович. Валентина Нежил у нас сегодня в гостях, которая исполнила композицию «Декоративная мальбина Акаса». Доброе утро, Валентина. Доброе утро. С наступающим вас праздниками. Спасибо вам. Мы, тоже. Мы, конечно же, хотели, чтобы вы тоже сказали несколько слов нашим телезрителям в канун новогодних праздников и Рождества. Да, конечно. В этом новом году я вам желаю много-много счастья, здоровья, успеха, радости. И чтобы вы были красивыми и очень-очень позитивными всегда. Спасибо большое. Замечательные слова. Спасибо. Действительно, в эти дни хочется говорить только приятное друг другу, что, в общем-то, и собираемся делать большую часть сегодняшнего эфирного времени. Программа «Утро на СТС» продолжается.